Лабдхаджано дурлабам атроманусам катханчит абьянгам аятнату анога падарабиндам на бхажати ашанматир грианду пепатито ята пасуху лабдхаджано дурлабам атроманусам Катханчит абьянгам аятнато анагхо падарвиндам навхажати ашанматир грихандакупепатито ятха пасу. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Джагадгуру сказал: Баджан — это не нечто показное. Это не публичный бизнес. Кришна, Кришна Васту уникален. Если мы, если кто-то не может этого понять, он может стараться войти в Рагануга Баджан, в Рупануга Баджан, все это будет бесполезно. Шрила Прабхупад говорит, что баджан — это не нечто показное, не то, что нужно показывать публике. Если кто-то не осознает уникальность Шри Кришны, все его внешние усилия достигнуть уровня Рагануга, Рупануга, Баджана бесполезны. Никакого смысла в этих попытках. Люди рождаются и уходят из этого мира. Количество их бесчисленно, день за днем они покидают этот мир и рождаются. Но кто может обрести возможность прийти в общение с Шри Гуру и Вайшнавами, слушать харикатху от них и понять уникальную милость Шри Кришны, Шри Кришны Чайтанья Махапрабху? Такие личности очень редки. Поэтому Прабхупад часто цитировал эту шлоку. Путешествуя по бесконечным мирам этого материального мира, дживатма, удачливая душа, получает возможность встретиться с чистыми гуру и вайшнавами. Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лата Бич. Подобно садовнику, который заботится о посаженном семени, ограждает его, поливает. Он следит за тем, чтобы никакие звери извне не пришли, такие как овцы, козы, собаки, которые могут съесть или затоптать росток, проросток, семя. The sloka I started with really so labdha jano durlabam atra manusham. Шлока, с которой я начал, говорит о том, что человеческое рождение невероятно редко. Дживатмы, бесчисленные дживатмы рождаются в 8 миллионов 400 тысячах видах жизни. И в конце концов они обретают возможность получить человеческое тело. Атмавасту уникально.
а тело материально, как я уже объяснял. И это то, что вводит в заблуждение весь мир. Никто не может осознать Санкхья-йогу, потому что если бы они осознали, они не больше не страдали бы, они бы не соперничали друг с другом, не соревновались, не воевали, если бы они осознали эту сиддханту. Слушать харикату очень просто, татва-катху. Вы можете слушать сколько угодно татва-катхи, но осознать ее очень сложно. Хорошо слушать татва-катху, но одно дело слушать, а другое дело осознавать. Осознавать из глубины сердца. Осознание совершенно отличное. Для того, чтобы обрести их, необходимо следовать процессу, данным Шри Кришной в Бхагавад-гите. Это вопрос таттва-даршана. И более того, я бы хотел сказать, что если вы хотите по-настоящему понять Кришну, осознать всем сердцем Его милость, Его игры, вы должны общаться с Рупа Ануга, Рагануга, преданными, с теми, кто уже обладает этими чувствами. Те же, у кого их нет, общение с ними бесполезно, потому что вы не сможете ничего почерпнуть из этого общения. Поэтому Чайтанья Махапрабху напоминает нам. Я уже много раз говорил этого, но в этот раз я вновь хочу коснуться этого момента. Очень важная вещь. Кроры рождений, миллиарды рождений. Я накапливал бхакти сукрити. Существует два вида сукрити. Бхакти сукрити и второй вид сукрити. То есть вы можете говорить, что вы постоянно служите, но если в вашем уме наслажденческое настроение, в таком случае вы будете получать больше и больше возможностей для наслаждения. А бхакти унмукха сукрити — это второй вид. А бхакти унмукха сукрити поможет вам, наоборот, прогрессировать. Кроры рождений, миллионы рождений вы накапливали сукрити. Тем не менее, этого может быть недостаточно. И лаулья, колоссальная жажда влечения к Кришне. Для того, чтобы достигнуть бхакти такого уровня, к этому дается указание. Когда Махапрабху говорит об этом, когда Махапрабху говорит об этом, речь идет о Рагануга Бхакти. Он указывает лишь на Рагануга Бхакти. Служить Кришне, удовлетворять Кришну. Очень просто. Это не что-то сложное. Если мы захотим удовлетворить полубогов, нам необходимо предпринять множество усилий, множество видов поклонения. Но Кришна нишкинчен. Первый из всех нишкинчен. Поэтому очень просто удовлетворить Кришну, но в то же время это очень сложно, потому что мы не можем развить простоту, прямосердие, простоту, прямоту.
Джива, они не могут полюбить Рагану, Гарупанога, преданных, понять их, потому что те живут подобно попрошайкам, беднякам, и глупцы не могут понять их. Они не понимают их поведение, их настроение. И для опасности, если я буду неправильно понимать такого возвышенного преданного, я паду. Поэтому очень ответственно общение с такими саду, опасно ошибиться. День за днем вы получаете богатство, сокровища. Необходимо накапливать их. То есть богатство от саду, наверное. Вы не должны терять возможности накапливать сукрити. Итак, Махапрабху указывает на эту шлоку. Он говорит о Рагануга Бхакти. Ваша жажда, желание. То есть вы видите, что Кришна Бхаджан в действительности очень прост, но тем не менее очень сложен, потому что не каждый может совершать Кришна Бхаджан. Люди могут стараться, но Кришна Бхаджан уникален. В Чайтанья-чаритамрите, как я уже много раз говорил, сказано, что служить Кришне, любить Кришну, войти в сердце Кришны. Нам необходима лишь одна вещь для этого. В Чайтанья-чаритамрите сказано, только лишь прити. Кришнадас Госвами пишет, описывает это простыми словами, простейшими словами. Снеха означает привязанность, колоссальная привязанность. Если вы любите Кришну, все, что бы вы ни делали, Кришна будет доволен каждым вашим действием. Кришна Чакравати Такур пишет, мы не можем предлагать не так, что то, что привозят в этой шлоке, применимо лишь к Кришне, не к полубогам. Из колоссальной любви, если предан, из своей огромной любви, если преданный предлагает Кришне что-то с бхавой, с экстатичной бхавой, Кришна также тонет в своей любви. Ему даже, наверное, не нужно звать Кришну. То есть преданный может предлагать какие-то листья, цветы. Кришна сам приходит, наверное, и вкушает. И это применимо лишь в случае с Шри Кришной. Такой любовный взаимообмен возможен лишь с Шри Кришной. Человеческое рождение очень редко. Обретя его, тем не менее, большинство джив не заинтересованы в совершении баджана. Ум сравнивается с колесницей. Если вы сядете в нее, можете доехать до Италии. Моментально, наверное, до Германии, Бразилии. Куда вам хочется? Ум сравнивается с колесницей, и дживатма, переполненная различными видами анивилаша, может сесть в нее и отправиться куда угодно.
и наслаждаться, наверное, как угодно. Тут словом Панчали называется, зовется Драупади, потому что она из, то есть это указывает на географическое место, она из этого места. В действительности это также место, где очень легко можно обрести пять видов раса ган. То есть пять видов наслаждения, главные объекты наслаждения. То есть вот тут перечисляется на санскрите пять видов наслаждений, пять источников наслаждения, панчал веш. Когда мы пытаемся достигнуть чувственных наслаждений, как я уже сказал, когда ваши органы чувств приходят в контакт с объектами, с желанными объектами, глаза, например, хотят что-то видеть, и язык что-то чувствовать, какой-то вкус, и от этого вы получаете удовольствие. Таков процесс наслаждения в этом материальном мире. Мы с бесконечных времен начали наслаждаться этим, с незапамятных времен. Но длится это удовольствие очень недолго, оно очень коротко. Но в материальном мире другого наслаждения не существует. Никто не может избежать этих наслаждений в материальном мире. И Кришна никогда не хочет, как я вчера говорил об этом, давать нам эти наслаждения такого порядка. Прежде всего, необходимо понять, что говорится в этой шлоке. Подобно животным, люди тратят свое время, деньги. Целый мир живет таким образом. Целый мир бежит за наслаждениями. Они ничего не слушают, не хотят ничего слышать. Они не заинтересованы в Верховном Господе. С незапамятных времен они в контакте с материей, с Пракрити, в тесном контакте. Поэтому Пуруш, Четан Васту, по магическому мановению Майи, не понят ими. То есть они не могут понять трансцендентное, духовное. Гьяну, могущество Господа не может быть постигнуто теми, кто находится под влиянием Майи. Если у вас есть деньги, вы можете купить все что угодно, но только не реализации, не осознания. Это доступно лишь, если вы получите, то есть у гуру и вайшнавов. Гуру и вайшнавы могут наделить вас этим. Это не купишь на рынке. Осознание доступно лишь у Шри Гуру и Вайшнав, то есть мы можем получить их от Шри Гуру и Вайшнавов. Таким образом, очень легко можно неправильно понять эту сокровенную лилу Господа. Сокровенная лила Господа должна быть сокрыта от внешних глаз. Потому что посторонние люди не смогут ее понять и совершат апарадхи, совершат оскорбления. Как Прахлад Махарадж сравнивает. Асур, главный из асуров. Тат саду маннеха асура варьо дейхинам. Тат саду маннеха асура варьо дейхинам.
Расскажи мне, что ты думаешь хорошо в этом мире, спрашивает Хираньякашипу у Прохлады. И Прохлада отвечает, я думаю, что это очень хорошо находиться в пустом колодце, если кто-то, наверное, падает в колодец, и там он может молиться Господу, и Господь защитит его. Повсюду беспокойство, проблемы. Наша жизнь полна этого. В Библии сказано, похоже, что какое-то проклятие следует за живыми существами. Постоянные несчастья сопутствуют людям. Как какое-то проклятие. Постоянно люди сталкиваются с различными проблемами. Прохлад Махарадж указывает на выход из этой ситуации. Постоянное беспокойство в этом мире. Укажите хоть на одного человека, который свободен от беспокойства. Лишь гуру и вайшнавы свободны от этого, потому что у них нет никаких ожиданий. Если все разрушено, если все в их жизни будет разрушено, если они лишатся всего, у них не возникнет никаких переживаний по этому поводу, потому что у них нет никаких ожиданий. Ожидание равняется беспокойством. Эти понятия одно вытекает из другого. То есть, если есть желание, есть головная боль. Нет желания, нет головной боли. Даже Индра, царь райских планет, несчастлив в полной степени. Вамана Махарадж говорит, все прославленные цари, наверное, райских планет хотели достигнуть множества в своей жизни, обрести множество в своей жизни, и они все это не получили, но они так и не достигли удовлетворения. Когда Бали Махарадж спросил у него, что ты хочешь? Ты такой маленький мальчик. Тот попросил, наверное, 2-3 шага земли. И тот отвечает, что ты такой маленький, что ты будешь делать с этим клочком земли? Ты просто не понимаешь, какую выгоду ты сейчас можешь получить. Но Вамнадев отвечает, пожалуйста, дай мне то, что я прошу. Что я прошу, то мне и нужно. Но все, что больше этого, это будет просто головная боль мне от этого. Поэтому зачем мне это нужно? Я видел, как величайшие цари не получили удовлетворения за всю свою жизнь. Сегодня они хотят одно, завтра другое, послезавтра третье. Таким образом, их требования, их желания не принесли им никаких удовлетворений. Таким образом, чистые гуры и вайшнавы свободны, потому что у них нет никаких ожиданий и требований. И это очень редко. Во Вриндаване Браджаваси говорят, если достигнуто удовлетворение, достигнуто все. На хинди дается
Другое определение, завтра я об этом расскажу. Если вы достигли удовлетворения в этой жизни, будьте уверены, что вы удовлетворили Шри Гуру и Вайшнавов, потому что иначе невозможно его обрести. То есть, если вы обрели удовлетворение, не останется никакого неудовлетворения, и в таком случае вы сможете должным образом совершать харибаджан. Царь райских планет не удовлетворен. Он так и не достиг удовлетворения. И великие цари материального мира также никогда не были удовлетворены. Единственное, кто обладает удовлетворением, это Шри Гуру и Вайшнавы высшего уровня. Те, кто постоянно находится с Кришной, они не могут жить без Харикатха и Киртана. Они погружены в Кришну. То есть они не могут... Они могут жить без еды, без прасада. Тем не менее, не могут жить без Харикатхи и Киртана. Потому что это их жизнь, наверное. Потому что... Когда Махапрабху впервые прибыл в Нилачалакшетру, это лила, но потому что Махапрабху присутствует вечно, существует вечно. Тем не менее, он является этой гуру, он захотел пребывать в таком месте, где бы он спокойно мог совершать харикиртану, санкиртану. И он говорит, Джагананде, скажи Санатане, чтобы тот устроил какое-то тихое место, где, имеется в виду уединенное место, где бы я мог совершать спокойно санкиртану. И Двадаша Адитья Тила, то самое место, где Кришна сидел под деревом зимой, греясь, наверное, под солнцем. Подобно человеку, но никто не мог понять, что он Верховный Господь. То есть, сражаясь с змеем Кали, он долгое время был под холодной водой, и в Двадаша Адитья Тиле он грелся на солнышке. Бог Солнца прибыл 12 ликий образ, наверное, для того, чтобы согреть Кришну. И Санатана Госвами избрал это место, чтобы Махапрабху пришел туда и совершал там санкиртану. То есть место, где мы совершаем санкиртану, должно быть чистым, потому что если что-то загрязняет намахату, обязанностями вайшнавов является, так же, как и всех ачарьев, очистить это место. Это наставление Бхактивинода Такура. Мы должны поддерживать чистоту в намахате. Если она будет чиста, вся наша сампрадая может проповедовать, может развиваться. Сампрадая очень быстро, наверное, может проповедовать в чистом ключе. Но мы хотим постоянно осквернить намахату, принеся много грязных вещей в нее. И сейчас Прахлад Махарадж говорит, если кто-то... То есть находиться в саду санги необходимо, наверное. Грихамедха сравнится с самоубийцей, с Пашу. Бина Пашугнар,
тот, кто убивает, то есть, простите, сравнивается с охотником, с тем, кто убивает животных, с жестоким человеком, сравнивается Грихаметхи. Here also it is written, they are almost pashu, like beast, they are going to waste their time. Пашу, как животные тратят свое время. Если кто-то падает в сухой колодец, где нет воды, там метан находится. Это опасно, наверное. Итак, опасно. Это опасно упасть в колодец. Можно упасть туда, никто туда не приходит, потому что это высохший колодец. Никто не найдет этого человека, который туда провалился. Все знают, что это засохший колодец, соответственно, никто туда не ходит. И никто не сможет помочь этому упавшему человеку. И говорится, что материальный дом сравнивается с этим. Материальная жизнь сравнивается с засохшим колодцем. Это жизнь, в которой невозможно встретиться с чистыми садгуру и вайшнавами, потому что эти люди очень горды, они полны ложного эго, и они не хотят, не жаждут встречи с гуру и вайшнавами, поэтому гуру и вайшнавы также избегают встречи с ними, избегают их дома, где они живут. Поэтому у них нет никакой возможности обрести выход из их ситуации, выйти из их ситуации. Поэтому они просто-напросто тратят свои жизни. Итак, обрести Кришна-бхакти очень сложно. Это очень редко, имеется в виду, это редко встречается. Я приводил различные примеры из Бхагавата Махапурана. Любить Нандана Шри Кришна очень просто. Для этого необходимо лишь отвергнуть нашу гордость. Мы должны припасть, склониться к Рупануга Рагануга преданным, к их стопам и, повторяя Харинам, плакать. В таком случае определенно мы получим крипу. Крипа ждет, Кришна ждет, чтобы наделить нас милостью. Но проблема в том, что люди думают, что они также могут наслаждаться, как и Кришна. Обычные люди не могут понять уникальность Шри Кришны. Даже преданные, те, кто ставят тилаки, носят мало, не могут понять. Я начал с того момента, о чем говорит... То есть я начал со слов Прабхупады, что Кришна-бхаджан — это не нечто показное. Те, кто совершает Кришна-бхаджан, никогда не будут всем рассказывать, посмотрите, я совершаю Кришна-бхаджан. Нет, это очень сокровенно. Это не то, что вы будете открывать всем подряд. Прабхупад говорит, это очень уникально, очень редко. Те, у кого нет понимания о совершенном положении Шри Кришны, для них Рупануга Рагануга Бхаджан как шутка, что-то смешное. Имеется в виду, наверное, их попытки совершать Рагануга Рупануга Бхаджан, они всего лишь тратят время, потому что они не достигнут никакого успеха. В нашей жизни мы не должны затрачивать ни секунды впустую. Постоянно
если мы будем взращивать вы сможете быть вовлеченными в Кришна-бхаджан. Проблема в том, что мы не можем совершать Кришна-бхаджан беспрерывно, безостановочно. Наши препятствиями — это наш ум. Мы думаем, что сейчас я так много совершил бхаджан, имеется в виду, надо сейчас отдохнуть, остановиться. Но рупануга, бхаджан подразумевает, что не будет никаких перерывов, никаких остановок. Вы никогда не сможете сами достигнуть успеха. Нам необходимо увидеть брешь в нашем баджане. И это могут сделать только лишь рупануга преданные. Они, не тратя ни секунды, затрачивают все свое время на служение Шри Кришне. Все, что они делают, смотрят, говорят, делают. Что бы то ни было, они делают это ради удовлетворения Шри Кришны. Необходимо помнить об этом постоянно. Кришна лила трансцендентна. Много раз я уже говорил об этом. Тем не менее, для того, чтобы слушать, то есть слушать Таттва-сиддханту и осознать ее различные вещи, Кришна рассказал очень много Кришне о таттва-гьяне, о конечной цели этого тела и так далее. Тем не менее, Арджун не мог осознать всего того знания, которое открыл ему Кришна. Он слушал, но не мог понять. То есть слушать таттва-гьяну и осознать ее — абсолютно различные вещи. Как я уже говорил утром на Харикатхе, хинди Харикатхе, Вирочан получил гьяну Девагуру Сарасвати. То есть два ученика слушали Харикатху от одного духовного учителя. И из-за своих предыдущих самскар Индра получил сознание, а второй ученик Вирочан нет. Он ушел пустым. Какова причина? Один и тот же гуру открывает знание. И мы также принимаем прибежище одного гуру. И почему одни становятся очень возвышенными, а другие нет? Потому что мы страдаем. От нашего собственного пренебрежения, от нехватки искренности. Гурудев не из-за нашего пренебрежения мы страдаем, а Гурудев одинаково дает знания всем. Итак, Кришна говорит, дает очень глубокую таттва-гьяну Арджуне, но Арджуна говорит следующее. Результат слушание. То есть до какой-то степени, возможно, он мог понять, но не до конца. И затем Кришна еще больше приводит доказательств. Если ты не можешь понять то, о чем я говорю, ты хотя бы ты должен понять, что это твои обязанности, поэтому ты должен их исполнять. То есть я говорю, что это не значит, что вы это осознаете, но если вы будете полностью следующий гуру и вайшнавам, определенно вы осознаете.
Вы можете потратить миллиарды долларов, но не получите осознаний. Это невозможно купить на рынке. Но вы можете получить это, если ваш ум спокоен, если вы совершаете под контролем, если вы совершаете харинам должным образом, повторяете, если вы следуете Шри Гуру и Вайшнавам. Таковы условия. Следуя им, мы сможем обрести осознание. Я могу говорить, что Кришна лила трансцендентна и так далее. Но Шримад Бхагаваджи Махапуран в 10-й песне говорится: полубоги молятся Верховному Господу. Кто говорит это? Это говорят полубоги. Те, кто провозглашают себя свободными от материальных оков, те, кто достигли Брахмы, сияния Брахмы, ум их ни у твоих лотосных стоп не может прикоснуться к твоим лотосным стопам. Он полностью он вдали от твоих лотосных стоп, поэтому все, что они говорят, ложно. Несмотря на то, что они провозглашают себя освободившимися, свободными, те, кто провозглашает себя мукта, освободившимися, их будхи, их ум нечист. Поэтому Then patanti adho anadrita jusmat angrayo. They are going to again fall down on the ground. В конце концов, они падут назад в материальный мир. Because they ignore your seva. Потому что они не служат тебе, Господь. They are going to ignore your seva. They never like to. This way they are always helio. Поэтому они не способны понять, осознать высочайшую татву, вишудха татву. В то же самое время полубоги молятся Брахме Шанкару. Внешне кажется, что мы молимся тебе для того, чтобы не зайти. Чтобы ты не зашел, но ты свободен, ты действуешь в соответствии со своим желанием. Мы можем просить тебя молиться Прабху, поэтому Прабху нисходит. Полубоги говорят,
Абхавасейша Бхавасша Каранам Бина Бинуданам Бату Таркамахи. Почему я говорю, коснулся этой шлоки? Потому что она указывает на тот, она, то есть я перехожу к тому моменту, который я не обсудил вчера, Раман. Она доказывает, что Шанкар, Бхагаван и полубоги, они не глупцы. Мы, то есть, невозможно логикой постичь Господа. Мы можем лишь сказать, заключить. Бхаво нирода стхити ропи авиддая крита ятаха стои абхавая сраятмани. You can remember, jad bibhiti svayam bhayam, jad bibhiti svayam bhayam. Kapiji Maharaj, this boy, what is the boy? Boy means fear. What is the fear? Самый большой страх в жизни каждого — это смерть, конечный момент жизни. А Господь контролирует смерть. Смерть — это сам Ямарадж. Все боятся Ямараджа. Все боятся Ямараджа. Но Капилджи Махарадж говорит, ты Верховный Господь Парампара Акилешвара Ананта Брахмандатх. Полубоги заведуют различными отраслями, и все они боятся тебя, говорит Капиладжа Махарадж. Бог Солнца боится меня. Поэтому он слушается меня, выполняя мои наставления. Итак, даже полубоги, даже бог смерти боится Шри Кришны. Что говорить о его уникальности? Вы можете все это увидеть на этих примерах. Ямарадж выслеживает тех, чья жизнь подошла к концу. Ямарадж, сам Ямарадж боится Шри Кришну. Я говорил о Ачьюте. Можете ли вы доказать, что вы Ачьюта? 24 часа в сутки. Простота. То есть три эти вещи, упомянутые Бхактивинода Тхакуром, очень важны.
То есть за день мы меняемся постоянно, через полчаса, сегодня мы, нам нравится, сейчас нам нравится одно, послезавтра мы хотим чего-то другого. Бхактивинода Тхакур вновь и вновь говорит о трех моментах. Отсутствие лицемерия, простота. Нейтральность. Разве можете достигнуть... Гуру и Вайшнавы могут находиться на позиции беспристрастности, то есть они могут быть беспристрастными. Даже если падшие души приходят к ним и говорят, что Махарадж, а с материальными желаниями говорят, вот, я хочу свою жизнь изменить. И они... Когда включены мои личностные интересы, эгоистические желания, примешанные, я никак не смогу оставаться беспристрастным. Обусловленные души могут занимать положение саньяси, ачарьев, если они не беспристрастные. То есть, если у них есть какие-то корыстные интересы, они не могут быть беспристрастными. Все замечательные качества Кришны пребывают в сердцах Кришны, в сердце Кришны. Поэтому Кришна нейтрален, беспристрастен. Колебания, значит, слабость, сомнение, наверное. То есть он находится на нейтральной платформе, имеется в виду, на беспристрастной платформе. И пока человек не обретет это качество беспристрастия, он не может говорить о абсолютной истине. Не обретя положение, не обретя абсолютное, то есть нейтральное, беспристрастное положение, никто не может делать правильных заключений о Верховном Господе. Итак, мы не должны забывать положение Верховного Господа, насколько оно велико. С различных углов зрения я пытаюсь предоставить различные доказательства так, чтобы ум ваш установился в этой истине, что Кришна уникален, что Радхарани не какая-то женщина, а все гопи — это сварупшакти, так же, как и Шимати Радика — это сварупшакти, так же, как и гопи. If I like to discuss this, I cannot discuss that point, but time is limited. So this way, those demigods also, the point I left yesterday, that Raman, what это, что я не договорил вчера по поводу слова Рамана. Рамана, Raman is surely going to mean that there is love and love affair between подразумевает, что между героем и героиней находится любовный взаимообмен, происходит любовный взаимообмен. Но невозможно материальное отношение сравнивать с отношением Шри Кришны и его преданных, его гопи. Необходимо понять глубинное значение слова Рамана. Полубоги говорят то же самое.
Мудданам Бату Таркамай. Only and only playing. You are always in sportive mood. Кришна всегда. В игривом настроении. Мы не можем. То есть не так, что гопи не говорят, что мы так замечательно. То есть мы привлекаем тебя. То есть Кришну могут контролировать лишь чистые преданные. Это вопрос любви. Читание Махапрабху также говорит своим преданным: «Я продан вам, я ваш, куда бы вы меня ни послали, я туда и пойду». Множество раз Читание Махапрабху говорит это в Читании Чаритамрите: «Я ваш». «Я ваш, я подкуплен вашей любовью». Итак, для того, чтобы обрести контроль над Кришной, нам необходима любовь, привязанность. И то же самое с Гуру и Вайшнавами. Им ничего не нужно, ничего не требуют. Если у нас есть уникальная любовь к Апракрита, Гуру и Вайшнавам, они также будут любить вас. То есть образуется взаимообмен, любовный взаимообмен. Полубоги провозглашают, что нет у них, что мы не можем видеть никакой причины твоего прихода сюда. Какого может быть, и что могло привести тебя сюда? Ты Апракрита, Парампара Акилешвар. Ты Вайкунтханат. Ты живешь на Голока Вриндаване. Что могло привести тебя в этот материальный мир, если бы не твои игры? Только лишь твое желание совершать игры. И для чего тебе играть? Для чего? Почему? Цари порой, в Махабхарате об этом говорится, великие министры, кшатрии, они порой совершают развлекательные игры, то есть они развлекаются, и в этом нет ничего плохого. Говорится, есть такие допущения, что кшатрии могут устраивать сражения развлекательного характера. То есть, если их вызвали на бой, наверное, они не могут не ответить, то есть не могут не согласиться на поединок. Всегда помните о качествах. Если вы станете преданными, вы будете возвышеннее, чем больше, чем браманы, если вы станете настоящим преданным. Относительно касты, цвета тела, женщина вы или мужчина, из какой страны вы прибыли? Это неважные вещи. Важно то, что вы должны оставить лицемерие и любить Гуру Вайшнавов от всего сердца, придя в общение, придя в связь с Верховным Господом. Прабхупад уже объяснил, что баджан — это не нечто показное, не что-то, с помощью чего я могу обрести какие-то достояния, богатства, исполнить свои желания. Прабхупад говорит, что все те, кто не могут понять, то есть все те, кто не могут понять настроение Кришны, находятся в двигаться не в правильном направлении. Но кто виноват в этом? Читание Махапрабху говорит, всю свою жизнь он говорил об этом. Кришна, према, любовный взаимообмен гопи и Шри Кришны нематериальные. Всю свою жизнь он говорит об этом, доказывает это. Кришна порой прыгал в океан, порой падал.
когда все... Какова причина? Почему Кришне нужно для все эти... Зачем Кришне нужно претерпевать проблемы ради нас? Почему Он берет на свои плечи столько сложностей, чтобы... Для чего Он спит на земле? Для чего Он все эти сложности в своей жизни претерпевает? Почему бы нам не подчеркнуть эти уроки из жизни Шилы, из жизни Гауранги, Шилы Бхактивинода Тхакура, Шилы Прабхупады? Даже Притхви Деви, земля может потреснуть, видя отречение Гауранги. Преданные плачут Прабху. Как минимум, хотя бы спина кровати. Разве я для этого саньяса принял? Хотите, чтобы я наслаждался? Думаете, я наслаждаться, чтобы наслаждаться, принял саньясу? И также мы видим на жизни Прабхупады. Как он, какое отречение он являл, насколько он могущественен. Мы так удачливо прийти в соприкосновение с Прабхупадой, с Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупадой. Если мы утратим этот шанс, под большим сомнением, что мы получим еще одну возможность прийти в соприкосновение с Шрила Прабхупадой. Если мы уже обрели возможность, то почему бы нам не использовать ее в этой жизни? Мы должны в этой жизни достигнуть успеха. Мы обязаны. Такова должна быть наша решимость. Иначе для чего нам совершать баджан? Для того, чтобы снискать почет, гирлянды, имущество. Какой почет вам нужен? Садитесь и слушайте Харикатху. Я хочу поделиться с вами тем, что я слышала от Гуру Варги. Если я получаю что-то сладостное, если я буду вкушать это один, я стану эгоистом. Шрила Шукадева Госвами говорит, все приходите, присоединяйтесь к нам, все вместе мы можем молиться, и молитва наша будет могущественнее, потому что все мы будем возносить молитвы Гауранги, Махапрабху, Нитянанде и Гауранги. Все, что нам нужно, прийти в гармонию с сердцем Шри Гуру и Вайшнавов. То есть, если у нас есть какие-то сладости, прежде всего мы смотрим, есть ли дети поблизости. Потому что дети любят сладости, и мы хотим их накормить. Прежде детей всегда кормят. Вначале предлагаем Кришне, смотрим, есть ли дети поблизости. Когда саду принимает прасад, в нашей сампрадае нет такого открытого правила, тем не менее оно его придерживается. Но в других сампрадаях, как мы знаем, однажды я был в Гималаях давным-давным-давно, возможно, 25 лет назад. Я должен был отправиться в Гомук, оттуда подниматься выше-выше в Гималаи. То есть туда, куда только, наверное, альпинисты ходят, я
поднимался в горы, потому что у меня была милость гуру и вайшнавов. И ночью, однажды на Экадыше, я ночевал в горах, наверное. И мы услышали новость, что саду вечером делали чапати, сабджи предлагали Рамачандре. И они стали кричать: «Если какой-то саду поблизости, пожалуйста, приходи и прими просад». Если здесь есть какой-то голодный саду, пожалуйста, приходи и прими просад. Прокричав это, то есть они кричали так, если никто не приходил, они разделяли просад между собой. Таков их обычай, и это прекрасные обычаи. Мне очень нравится этот обычай. Даже в семьях есть такое правило. Тот, кто готовит, прежде всего предлагает Бхагавану, а потом Гомате. Она должна первая вкусить просадом. Если нет гоматы, в уме можно предлагать. И когда вы уже почли просад, вашу чиштху, остатки вашей пищи может вкусить собака, доесть за вами. И если внезапно какой-то саду приходит к вам в дом, неважно сколько времени, 11 или 12, вы должны накормить его. Все, что у вас есть, вы должны разделить с ним. Если вы не будете этому следовать, как вы сможете обрести милость Верховного Господа? Необходимо видеть присутствие Господа повсюду и во всех. Только лишь из-за влияния майи кто-то действует неправильно, поэтому мы не общаемся с ними. Это не значит, что мы их ненавидим. Мы просто ждем, что в один момент их сердца изменятся, и тогда мы вновь сможем общаться с ними. Но они, если они... То есть... Таким образом, для того, чтобы стать более добрым, необходимо практиковать то, что было описано выше. Как нам оценить милость читания Махапрабху? Сколько милости в нем? Он был настолько занят, он плакал, переживал, как он может раздать нам милость, которую он принес. Какая уникальная милость хранится в сердце Махапрабху, и он пытается распространить ее. Но проблема в том, что не было достойных кандидатов. Даже похожих на кандидатов не было. Это главная проблема. Чтобы понять этот момент, я хочу вернуться к изначальной теме. К тому, о чем я говорил вчера. Что означает слово «Раман»? Что означает «Раман»? Здесь уже содержится ответ. Шанкар и Браман, они не сумасшедшие. То есть они неспроста используют это слово. Бхаво Ниродха Стити Ропи Авидьяя Крита Ятаха Стои Абхавая Сраятмани. Because your taking birth is beyond any human comprehension. Why you take birth? То, что Господь является здесь, в этом мире, непостижимо для обычных умов. Бриддхи, апакшай, паринам,
Шесть видов процессов, с помощью которых Бхава, чистый гуру вайшнавов, уникальна. Тем не менее, все живые существа в этом мире для того, чтобы достигнуть совершенства, должны следовать этим шести процессам. Имеется в виду родиться, подрастать, вырасти. То есть постепенно шесть стадий развития жизни существует. И каждый объект в этом материальном мире имеет в виду каждое живое существо, каждое тело, имеется в виду каждый человек и даже животное, наверное, претерпевает шесть тела, тела всех джив претерпевают шесть изменений. Рождение, взросление, старость. Но явление Господа совершенно иное. Мы не можем понять, почему Господь является в этом материальном мире. Единственная причина этому — это его собственное желание совершать игры. Майя влияет на дживатм, и они претерпевают шесть видов изменений. То есть для каждой, каждого проявления материи шесть видов изменений неизбежны. Все творение претерпевает шесть этих изменений. Но Господь уникален. То есть мы не можем найти никакой другой причины прихода Господа в этот материальный мир, кроме как его желание играть, совершать игры. Мы, Парикшит Махарадж задает вопрос. Мы знаем, что Господь Атмарам, Атмакам, зачем же ему подобные ливы? Спрашивает Парикшит Махарадж, какова Раман. Причина? Yes. Раман. Ответ Раман. Бхагаван Парамананда Сварупа. Я уже доказал, что напрямую или не напрямую все наслаждения, вся ананда исходит от изначального источника блаженства. Поэтому мы наслаждаемся. Но Бхагаван никогда не хочет вовлечь нас в грязные наслаждения. Я уже приводил пример с ослом, лошадью, которые чистую воду, если им дают чистую воду, они пачкают ее и только затем могут пить. Чистую воду они не пьют.
excellent quality. They cannot drink pure water. That is the problem. So Bhagavan never wanted to arrange all dirty enjoyment for us. Итак, Бхагаван не хочет, чтобы мы наслаждались с помощью материальных грязных вещей. Из-за майи, магического влияния майи на джив, наверное, навеяна гьяна. Изначально четан-васту, джива, полна знания. Но, тем не менее, она покрыта. Четан-васту означает гьян-мой. Бхагаван-то ананда-мой. Существует множество доказательств этому из Веданта Сутры и так далее. Там говорится, что Бхагаван полон знания, а Дживатма в сравнении с ним крошечные. Они настолько малы, что невозможно сравнить, тем не менее, они обладают теми же качествами, что и Бхагаван. Таким образом, и естественным образом настроение наслаждения также присуще Дживатме. А когда она предается чистым гуру и вайшнавам, эта тенденция используется должным образом. Мужчина или женщина, четан-васту присутствует у каждого из четан-васту. Но если мы исполняем свои корыстные желания, мы неправильно используем энергию, которую нам дает Верховный Господь. И это единственная проблема, по которой мы погружены в обусловленное состояние. Когда вы предаетесь, ваша энергия переходит к гуру и вайшнавам. И если вы полностью преданы, ничего грязного. Вы не сможете делать ничего грязного, потому что вы будете находиться полностью под контролем гуру и вайшнавов. Как же вы можете... осознать, кто есть в чистый гуру вайшнава, кто нет. Вы увидите, что они постоянно вовлечены в служение Верховному Господу. Они хотят распространить настоящую крипу в этом материальном мире, у них нет никаких эгоистических устремлений. Они постоянно переживают за джив этого материального мира, за то, что они сбиты с толку. У них нет, они не выдвигают себя, не показывают себя как великих проповедников, а внутри себя они плачут. Если бы мир смог понять эти сокровища, которыми они обладают, милость такого порядка всегда присуща сердцам Шри Гуру и вайшнавов. Они хотят, чтобы новые преданные приходили, слушали, получали осознание, а в конце концов отправлялись в духовную обитель, оставив тела, материальные тела. И попав в трансцендентный мир, не нужно будет возвращаться в материальный мир. Конечно, порой Кришна посылает своих спутников для того, чтобы помогать обусловленным дживам в этот мир. Вчера я приводила доказательства тому, что Кришна Атмарама, и вы не должны забывать об этом, он не только Атмарама, он источник всех Атмарам. Если в этом мире такое количество Атмарам пребывает, мы должны знать, что корена их причина — это Кришна. Имеется в виду, Кришна — это тот, откуда они не зашли. Кришна дает им эту пхаву, чтобы они достигли уровня Атмарам. И если он создает Атмарам, как же он сам не может достигнуть этой платформы? Разве возможно для него не контролировать свой ум и органы чувств для того, чье имя Ачьюта, Хришикеш и так далее? Разве такая личность, Говинда, разве он
не может контролировать свои органы чувств. Почему мы зовем Кришну таким образом? Что подразумевается под этими именами? Кришна может контролировать бесконечные миры. Он может распространять бесконечную силу всем живым существам. И что же, он не может контролировать свои чувства? Что вы подразумеваете под этим? Кришна Сарвагья, он полон наслаждений. Как я уже сказал, порой цари, великие цари и министры устраивают игры. Для чего? Для того, чтобы получить удовольствие, чтобы развлечься. И маленькие дети также, они любят играть, у них нет никаких забот. Я вспоминаю свое детство, я был настолько непослушным, таким беспокойным, постоянно занят играми в футбол. Никто не мог меня остановить. Почему я это делал? Потому что мне нравилось. Я просто играл, потому что я любил это делать. Источник всех наслаждений. Sporting attitude. Why you play football, cricket? Originally you can find. Кришна в игровом настроении. Мы видим же, как Кришна играет во Вриндаване, порой в футбол, порой борется с друзьями. Чего только нет в Кришналиле. Итак, все виды игривых настроений присущи Кришне, потому что Он изначальный источник всего этого. Если это так, если Он источник всего этого, почему же? То есть, что вы хотите сказать? Что Кришна может дать всем возможность наслаждаться, но Сам не может этого делать? Тот, кто устраивает наслаждение всех в этом материальном мире, как же он не может устроить свое собственное наслаждение? Почему Кришна не может танцевать, целовать гопи? Таким образом, мы должны понять, что Кришна не хочет, чтобы мы наслаждались грязными вещами. Он никогда не толкает нас на это, никогда не способствует этому. Только лишь по нашей неудаче, из-за того, что наши предыдущие самскары очень грязны, для нас естественно влечение к материальным наслаждениям. Вчера я говорил о том, что такое сварупа этих наслаждений. Тело мужчин и женщин, все это Пракрити, природа. Атма в мужчинах и женщинах на самом деле. Все это Пракрити. То есть, существует лишь один Пуруша, это Шри Кришна. Когда вы проявляете настроение Пуруши, желание наслаждаться, это ошибка, потому что это толкает вас в океан страданий. Потому что вы не можете наслаждаться материей, наверное. Таким образом, с разных углов мы можем заключить, что Майя открыла огромный рынок удовольствий. Огромный рынок по всему миру. Рынок удовольствий. Кто хочет наслаждаться по-настоящему? Ваш ум, ваше тело или душа, ваше обусловленное положение не может
понять сварупу. Из-за своего абсолютного положения вы не можете осознать сварупу, свое трансцендентное положение, которое заключено в вас. То есть, на самом деле, изначально джива полна гьяны, полна наслаждений. Все дживатмы сидят в колеснице, запряженными умом. В любой момент они могут отправиться куда угодно с помощью ума. Ум хочет повсюду путешествовать без всяких ограничений. Если ваше внимание сосредоточено на какой-то цели, на Верховном Господе, наверное, вы очень скоро сможете достигнуть этого. Только из-за того, что у вас есть лицемерие, вы не можете достигнуть Господа. Итак, дживы находятся в колесницах, запряженными своим умом. И повсюду они могут странствовать, по всему миру. Даже на райских планетах Майя Деви устраивает особые наслаждения материального характера. Повсюду есть возможность наслаждаться. Если вы отправитесь на какие-то верхние планеты, там наслаждения более тонкие. Они также присутствуют там, но в более тонкой форме. Здесь, в материальном мире, имеется в виду на нашем уровне, более грубые наслаждения, но на райских планетах Бурбувар, Сваха, там также присутствуют наслаждения, но они более тонкие. Чем выше мы поднимаемся, тем тоньше наслаждение. Время, пространство, все там изменяется. На Брахмалоке, где живет Брахма, каждая секунда То есть нам сложно понять то время, как движется время, наверное, на Брахмалоке. Так или иначе, возможность наслаждаться присутствует повсюду, в грубой или тонкой форме. Но если мы заинтересованы в том, чтобы обрести трансцендентное счастье в служении Шри Кришне, если мы хотим служить Шри Кришне, хотим наслаждаться, совершая служение Кришне, мы должны забыть о материальных наслаждениях. Если мы будем служить тому, кто является источник всех, то есть если я служу проститутке, качества ее проявятся во мне. Если я служу прекрасному саду, его качество проявится во мне. Это естественный процесс. Качество севья-васту проявляется в сердцах тех, кто служит ему. Если я служу Прабхупаде, Шрила Бхактипрампури, Госвами Махараджи, Бхактипранкеша, Госвами Махараджи, как же? Такое возможно, что их качества не проявятся во мне. Определенно, они проявятся, если я буду служить Нитянанде. Я обрету все благие качества. Все зависит от того, кому вы будете служить. Если я буду служить обусловленной душе, которая выставляет себя как Сида Махант, то
таком случае вы обретете то, что, наверное, в его сердце. И люди, которые ошиблись с гуру, они плачут. Прабхупад говорит, почему вы плачете? Те отвечают, что мы ошиблись с гуру. Но на самом деле все по вашей удаче, все по вашей судьбе, потому что Нитянанда организует гуру, приводит нас к гуру, потому что в соответствии с нашими самскарами мы получаем гуру. Это говорит о том, что мы сами лицемеры, поэтому мы обрели лицемерного гуру. Если я буду служить Прабхупаде, разве смогу я получить какие-то негативные результаты? Прежде всего, нужно подумать об этом. Итак, обусловленные души блуждают по этому бесконечному миру в поисках наслаждения. Химая Деви открывает огромный рынок возможности наслаждаться. И вы можете выбирать все, что вам нравится. Но если вы посмотрите, то жизнь, она может оборваться в любой момент. Зачем нам нужно тратить свое время? Сейчас ананда, удовольствие, потом будут слезы, болезни. Это очень болезненная ситуация, обусловленной души, положение. Что, несмотря на то, что она пытается наслаждаться, она получает лишь страдания. И чистые преданные устраивают так, чтобы люди смогли понять всю тщетность материальных наслаждений. Итак, если источник всех наслаждений — Кришна, почему бы ему самому не наслаждаться? Если мы понимаем, принимаем, что Кришна — источник всех наслаждений, почему он самоудовлетворенный, источник всех наслаждений, почему бы ему не совершить раса-лилу? Я думаю, Кришна. То есть люди выражают разные сомнения. Кришна является настолько уникальной вещью, это за пределами нашего понимания, потому что наш ум может понимать до определенного момента, но за пределами нашего понимания мы не можем видеть. Мы не можем понять уникальность абсолютной истины. Поэтому каждый раз наша жизнь, то есть мы ошибаемся. То есть, к счастью, в этой жизни мы обрели связь с Прабхупадой. Поэтому мы должны воспользоваться преимуществом этой жизни и продвинуться вперед. Анандамай Шихари. Это имя Господа обладает особым грамматическим значением. Как происходит это слово Анандамай? Анандамай Брахма. Что же такое Ананда? Ананда означает наслаждение, абсолютное наслаждение. То есть ананда здесь также присутствует в этом материальном мире, и проблема в том, что она в перевернутой форме, тут в отражении, грязное отражение.
какова причина? Ананда плюс мой. Что это означает? Ананда мой. Мой — это суффикс. То есть в грамматике есть корень, есть суффикс у слова. Откуда приходит это слово? Это указывает на бесконечность. Тот, кто хотя бы немного знает санскрит, может понять, что суффикс «мой» указывает на бесконечную ананду. То есть говорит о том, что ананда бесконечна, ананда мой. Из Шрути мы знаем. Esho hi eva anandayati. This word we have in Shruti. Esho hi eva anandayati. This is the source. Krishna is the original. Krishna изначальная причина. То есть он распространяет ананду всем и каждому. Хочет распространить. Даже в материальном мире мы знаем, что пьяницы не любят пить в одиночку. Они любят собираться компаниями. Если вы наслаждаетесь в одиночку, чем бы вы ни наслаждались, это не полное наслаждение, то есть оно неполноценно. И также Кришна хочет наслаждаться с вами, со мной, со всеми дживами. То есть он все время хочет дать возможность наслаждаться другим. Кришна полон наслаждения. Тем не менее, он хочет делиться этим наслаждениями. Браджа-гопи хотят заполучить Кришну как своего собственного сына, кормить их грудным молоком, и Кришна ждет, когда он сможет удовлетворить их сердца. И все матаджи, они думают, ох, если бы Кришна был моим сыном, я могла бы его кормить грудным молоком. А Кришна Антарьями, он знает и понимает все. Поэтому он исполняет их желание. Появилась такая возможность сделать это, когда Брахма похитил всех мальчиков-пастушков и телят. Кришна подумал, замечательная возможность явить лилу. И так он распространил себя в бесконечное количество мальчиков-пастушков и телят. Они выглядели в точности как мальчики-пастушки и телята. Абсолютно все настроение, характер, все соответствовало личностям мальчиков. Итак, он пришел в дома, в их дома, в дома этих гопи, и целый год он вкушал молоко этих гопи, и гопи были поражены. Каждый день сын мой приходил и вкушал мое молоко, но сегодня я так наслаждаюсь этим. Всегда я целовала своего сына, кормила его молоком, но почему сегодня я получаю от этого столько наслаждения?
Теперь вы понимаете настроение Шри Кришны? Это же сам Шри Кришна. Когда Джайдев пошел принимать омовение, в это время Кришна сам пришел в его дом и написал то, в чем сомневался Джайдев Госвами. Он думал, как я могу написать такое, что Кришна хочет поставить лотосный стоп Радхарани себе на голову. Как я могу такое написать? Я думаю, что я сошел с ума, мне надо пойти. То есть я переутомился, голова перегрелась, мне надо пойти принять омовение, принять прасад. И в это время сам Кришна явился в его дом и написал это. Это доказательство, что когда чистые преданные что-то пишут, они пишут это по желанию Шри Кришны. Сам Кришна явился в облике Джайдева Госвами и принес это знание в этот мир, эту сиддханту. Затем Кришна принял прасад. Жена Джайдева Госвами ничего не знала. Она думала, это ее муж. Она накормила его, приняла учишту, приняла остатки его пищи, массировала стопы. Подъявти думала, каждый день я массировала стопы своего мужа, но что произошло сегодня, как будто бы... То есть что-то невероятное происходит со мной. И в это время Джайдев Госвами постучал. Кто там? Кто там? Это я. Ты? Ты же только что пришел и принял прасад. Что ты такое говоришь? Нет, ты сам пришел, принял прасад. Я массировал твои стопы, а ты уснул. Ты сказал, я забыл написать что-то. Но как же я могла... Как я могла бы принять прасад, не накормив тебя? А вот Джайдев Госвами думал, ну ты что, сошла с ума? Ты приняла прасад прежде меня? Вот такого настроения Кришны. В дом Джайдев Госвами. Он сам лично пришел для того, чтобы благословить Падьявати. И для того, чтобы исполнить, для того, чтобы записать то, что Джайдев Госвами не решался написать. И не только это, Кришна оставил свой прасад, свой прямой прасад. Тогда Джайдев Госвами обезумел. Он стал предлагать поклоны своей жене Падьявати. Он говорил, ты настолько удачлива, я не смог снискать такой удачи. Дай мне твою учишту, потому что твою... ты приняла прямое учишство Джаганата, наверное. И так он вкусил с ее тарелки. И он, наверное, нанес его на все свое тело, наслаждаясь этим. Когда вы будете в таком настроении, вы не сможете контролировать себя. Возможно, у вас есть какой-то опыт. Материальное наслаждение также герои и героини, когда они... Когда их любовный взаимообмен достигает пика, они не могут остановиться. И точно так же Кришна распространяет подобные наслаждения среди нас. Такова природа Кришны. Почему мы выискиваем недостатки в нем, ошибки? Почему мы думаем об этом как о чем-то негативном, в то время как у нас уже есть ответы на все вопросы, на все сомнения, приведенные шастрами? Кришна Ананда Мой. Он сам Ананда Мой. Он хочет распространять эту Ананду.
И это настроение присуще ему с незапамятных времен. Это не так, что началось сегодня, а завтра этого не будет. Нет, вечно присуще ему настроение наслаждения. И сейчас вы можете понять, что сам Бхагаван никогда не хотел давать бадха-дживам грязные наслаждения для того, чтобы окунуть их в океан материальных, в океан страданий. Дживатмы не сходят от Кришны, поэтому качество их одинаково с Кришной. Кришна хочет наслаждаться, и обусловленные дживы также. Но у них нет понимания о источнике наслаждения, поэтому они о правильном источнике, поэтому они бегут на рынок Майи Деви и выбирают то, чем хотят наслаждаться. Но по невероятной удаче, если джива, то есть джива может обрести редчайший шанс встречи с вайшнавами. В противном случае, дживы означают не только живые существа, бесконечные. То есть, имеется в виду все, абсолютно все бегут за удовольствиями. Но они не понимают, кто, что есть источник этих наслаждений. А Майя способствует этому, и она помещает их в тюрьму. Давай, отправляйся в тюрьму, я тебя вылечу там. Если ты тест ваш будет негативным, в таком случае я выпущу вас. То есть Дурга. Заточает нас в свою тюрьму, наверное. Порой мы страдаем, порой наслаждаемся, смеемся. Естественно, для дживатмы желание наслаждаться. Нужно лишь знать. То есть проблема в том, что мы не знаем источник наслаждения, поэтому мы погружены в проблемы. Каково заключение? К какому заключению мы пришли? Почему Кришна является лилой? Для чего ему играть? Единственная причина этому — то, что он хочет распространить свою собственную сварупананду каждому. Но неудачливые души принимают сварупананду Кришны как нечто грязное. И Кришна говорит, что я не ответственен за это. Я никого не погружаю в океан страданий, в это состояние, в котором дживы претерпевают величайшие страдания. Почему люди страдают, расстраиваются, сходят с ума в замешательстве? Потому что знание их покрыто Майей. Все дживатмы исходят из Кришны. Кришна полон в себе, и каждая часть его самодостаточна. Шакти также не часть Кришны. Джива-шакти, майя-шакти, чит-шакти.
уникальная шакти, из которой исходят все дживы. В Бхагаватам сказано, если кто-то хочет подсчитать пылинки в этом материальном мире, он сумасшедший или как? Я был поражен, видя настроение Чарльза Дарвина. Как это он обладал таким... У него было столько терпения, столько живых существ, видов живых существ в этом материальном мире. И потом, в конце концов, когда он завершил свои работы, он понял, что он... То есть он подсчитал, сколько существует живых существ, форм жизни на Земле. 84 миллиарда, миллиона, наверное, живых существ. Это уже все сказано в Бхагаватам. Зачем он потратил всю свою жизнь для того, чтобы высчитать это? Итак, таким образом, дживы, они не самодостаточные. У них, им присуща неудовлетворенность. Они постоянно полны неудовлетворенности. И тенденция их двигаться к пурне. Все они апурна-васту, неполноценные, неудовлетворенные. Но вы не можете... То есть тенденция их обрести такое, обрести полноценность, полноту. Несмотря на то, что они неполноценные, они пытаются стать полноценными. Поэтому дживы как сумасшедшие бегают за удовольствиями. Но в материальном мире недоступны удовольствия ни в Италии, ни в Риме, Франции, нигде. Куда угодно вы можете отправиться. Вы нигде не сможете найти этого. Поэтому вам нужно отправиться к чистым гуру и вайшнавам. Они укажут вам, смотри, вот здесь, здесь наслаждение. Куда тебе еще? На санскрите есть одна статья, я написал ее, наверное. Наш Нишкинчан Махарадж из Чандигарха говорил это, что пример с история царицы из царского дворца. То есть она все сокровища в одно место сложила. Но в это и пошла принимать омовение, но в это время какая-то птица самое драгоценное украшение, наверное, своровала и полетела. Царица, увидев это, закричала: «Птица уносит мое самое дорогое украшение». Царь объявил: «Тот, кто найдет этот дорогостоящий бриллиант украшение, я сделаю, дай. Наделю его богатым, наделю его пожертвованием дорогим, в смысле. И все хотели отыскать это украшение. И потом какой-то глупец, деревенский глупец, нашел, что в воде, он стал кричать: «Там в воде, оно в воде». И все стали нырять, никто не мог найти. И в это время саду сказала: «Вы что там все кричите? Что у вас? Что за переполох? Что случилось?» Ему объяснили, что вот наша царица, птица у нее унесла украшение, и царь объявил, что если кто-то найдет его, то он наделит его вознаграждением. И поэтому все тут ныряют в воде. Глупцы, глупцы. Да это не в воде совсем оно. Вон, посмотрите на ветку, вон там на дереве оно висит.
И все закричали: «О, правда, правда! Там на ветке висит». Стали искать. Ну, то есть вы ищете внизу, тут где-то в воде, внизу на земле глупцы, а на самом деле вверху это украшение. И то же самое в отношении наслаждения. Мы пытаемся наслаждаться низкими вещами, но все тут удовольствия нет, а они наверху. И причина в этом, причина наших страданий в этом, мы потом начинаем плакать: «Никто меня не любит, никто меня не любит». Кто тебе такой сказал, что тебя никто не любит? Ты должен понять этот момент. В Веданте я объясню это позже, не сегодня. Завтра я буду говорить об этом. В Веданта Сутре говорится: завтра я скажу об этом. На сегодня я остановлюсь здесь. Лабдха жано дурлабам атро манушам катанчит абьянгьям аятнато анага падарбиндам на бхажати асанматир гриханд купе патито ятха пасуху ванча калпатурвасики пасинд бевича патитананг пабуна бавишне бьо намо.